А сейчас вы находитесь на последнем практическом занятии курса. Это практическое занятие, возможно, самое сложное в нашем курсе и самое объемное, но оно и больше всего похоже на реальную задачу и на реальное решение такой задачи. И на этом занятии мы займемся следующими вещами. Во-первых, мы познакомимся с такой площадкой, как Kaggle. Это площадка для проведения соревнований и участия в этих соревнованиях. Мы познакомимся с таким понятием, как transfer learning. Это когда вы уже имеете некоторую обученную архитектуру, и вам нужно ее дообучить на новой задаче. Начнем с Kaggle. Последнее задание нашего курса – это соревнование, в котором я приглашаю вас поучаствовать. И это соревнование по классификации. Вы можете найти ссылку в описании. Очень легко kaggle.com/c/plates. И вы попадаете вот на такую страничку соревнования, где вам предлагается классифицировать тарелки. Либо они грязные, либо они уже помытые. Данное соревнование интересно чем? У нас в этом соревновании будет очень мало обучающих данных, то есть у нас будет всего 40 примеров тарелок с разметкой, то есть 20 будет примеров грязных, 20 примеров чистых тарелок, а огромная часть тарелок, она находится в отложенной выборке, и про них мы не знаем никакие метки. Если мы предскажем по ним метки, то Kaggle для нас посчитает скор, метрику качества нашей классификации, и мы получим некоторое место в лидерборде, насколько мы хорошо классифицируем. В данном соревновании метрикой качества является accuracy. Мы можем посмотреть это на вкладке evaluation. Метрика accuracy говорит долю правильных ответов. И на самом деле в тесте немножко дисбаланс классов, то есть там грязных тарелок больше, чем чистых. Если мы перейдем на лидерборд, то есть некоторый sample submission. Ответы этого sample submission — это что все тарелки грязные. И он уже получает accuracy 0,67%, то есть в 67% случаях мы угадываем правильный класс, если классифицируем все грязной тарелкой. Кроме того, в Kaggle есть очень много других соревнований с призовыми фондами и другими положительными мотивациями. Если вы с Kaggle общаетесь довольно много и плотно и выигрываете там соревнования, то наверняка у вас не будет проблем с предложениями о работе. Многие компании как раз охотятся за Kaggle-мастерами, Kaggle-гранд-мастерами. Так что Kaggle – это довольно неплохой шажок в профессию. Давайте же тогда посмотрим, как устроено соревнование и как нам получить некоторую метрику качества, которая будет лучше, чем некоторый бейзлайн в 67%. Попробуем обучить нейронную сеть на PyTorch, чтобы она распознавала тарелки лучше, чем RandomGuess. Посмотрим, как устроены данные, которые нам предоставляются, и в каком виде от нас хотят классификацию. Если мы перейдем на вкладку Data, то увидим, что на самом деле данные у нас находятся в одной папке /архиве plates.zip, и он состоит из папки Test и Train. В папке Train у нас в свою очередь есть две подпапки, это Clean и Dirty. Можно догадаться, что в Clean у нас чистые тарелки, в Dirty у нас грязные тарелки. В каждой папке по 20 файлов. А в тесте у нас будет 660 файлов, при этом они не разбиты, естественно, по папке Clean или Dirty, и нам предлагается вот эти изображения отклассифицировать. Как же нам сформировать вот этот файл с submission, который мы потом зашлем на Kaggle, чтобы получить место в лидерборде? Для этого у нас есть некоторый файл sample submission, который я сюда положил, чтобы показать, в каком виде должен быть сформирован файл. Он в формате CSV, то есть это comma separated values, и выглядит он следующим образом. Две колонки. В первой колонке у нас ID-шник изображения. Все изображения имеют ID-шники от 0.0.0 до 0.6.5.9, где-то последний ID-шник у изображения в тесте. И во второй колонке мы пишем dirty либо clean. Соответственно, если мы угадываем, то у нас accuracy растет, если не угадываем, то accuracy падает.